там под боксой живет жар-птица и летом дарит свет. От этих ребят действительно исходит, как в песне, свет и искренняя радость. Подопечные школы «Надежда» сегодня завершают смену в летнем лагере. Для них это было незабываемое яркое приключение с занятиями, праздниками, походами и массой впечатлений. Мы занимались и психологией, и логопедией, и коррекцией. То есть это был, знаете, можно сказать, не боюсь этого слова, летний интенсив. Потому что дети занимались всесторонним развитием. В том числе мы даже ходили в походы. И было туристическое очень большое направление. То есть ребятам рассказывали с компасом, как, где, куда ходить. Творческие коллективы культурно-досугового центра имени Кобзона подготовили для ребят концерт. Насладиться выступлениями профессиональных музыкантов, певцов и артистов особенным детям выпадает нечасто. Для гостей это не первое выступление здесь, и каждый раз они заряжаются положительной энергией. Для нас эта аудитория знакомая. Это очень добрые дети, замечательные, с открытыми сердцами. Для них мы приезжаем, мне кажется, это праздник. Поэтому сегодня мы для них будем делать этот концерт. Русские народные и детские песни, зажигательные танцы и живая музыка баяна. Ладошки ребят просто горели от аплодисментов, а куплеты песен они дружно пели все вместе. В завершении праздника фонд «Ратник» подарил всем подарки. Дарим радость детям, чтобы они могли почувствовать себя немножечко уютно, чтобы им было уютно, чтобы им было тепло, радостно. А мы, наша задача – организовать им этот досуг. Впереди у ребят 2 месяца жаркого и солнечного лета, в которые они, несомненно, заберут эти яркие впечатления. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».